Вот ничто не остается. Привет. Митюш, это суши. Радушный прием. Никто так не гордится своими детьми, как я горжусь вами. Это, между прочим, был профессор Зигмунд Фрейд. Наверняка слышал. Знаменитый мозгоправ. Меня зовут Олег. Я психотерапевт. Вы не видели мою жену? Еще раз. Простите, как вас? Шерлок Холмс. Это гарантия безопасности. Прикосновение. Чувствовать тепло любимого человека порой необходимо нам, как воздух. Сюрпризы вам никогда делать не надо. Защищаем каждый квадрат и докладываем мне. Нет, здесь в щечку целуются.